Это беда российские времена, смотри, что по 10 рублей, блин, 20 рублей. Не, ну а что ты хочешь, конечно, да, это ж... Офигеть. Да, кроссовки, блин, это самое. 20 рублей. Да, я советский. 20 рублей. Парень Советский Союз. Деда, да, Советский Союз. И по 2 рубля. Значит, по 60 на наш. Итак, вот, через камеры находимся мы в Республике Беларусь. Это рынок. Цены снижены. Очки по 7 рублей. Очки Олег, по 7 рублей. Хорошо попали, вы сейчас с продажи. 210 рублей, значит, да. Очки бы я взял бы, например. Мне надо сесть с отписком. Покупают, очереди здесь нигде нет, поверь. Да, погода еще плохая, видишь, народ не подтянулся, наверное. А сюда, наверное, продуктовый. Сейчас. Ну что, 200... Фарша, 225. 2. 2,25. Это 60 рублей. Ну, на побольше там. 5 рублей, да. Сейчас 65. Что там будет? Фарш, 65 рублей. Да. А это нормально, Юрий. Нормально, все, да. Чем? Ну, 300 получается, да. Это печень, это все. Современная технология лучше практически. А, не понятно. То, что раньше. Ясно, не я то, понял. Что раньше. Я понял. Так, а из кубаса почем, интересно? Почем кубаса? 18. А вот это? А это было. Свинина. Грубо. Так, а давай мы с тобой говядину найдем, посмотрим. Это есть, да. Или ее нету тоже. Говядину и баранину давай посмотрим, да. Вот говядина. Молодая. Молодая? Молодая говядина. Совершеннолетняя. Совершеннолетняя. Значит, вот. На танцы не ходила? Это бык. Бык? Да, это бык. А язычок почем? 11. Ага, так. Я мне сразу, я калькулирую. Ну, на 3. 350, понял, да. 12, 11, 500, 10, 6 котлет, 50, на косточке 7,50, 6,50. Это от 200 рублей. Сейчас, наменяем денег. Ну. Надо будет взять. Так это надо брать чука и родить. Брать я одна сегодня, она, с говядиной. Она с говядиной? Она российскую возьмете? Возьмем. И головной будет. А это самое какое, баранина, интересно. А баранина есть? Нет, баранины нет. Баранины нет.
Так, а язык целиком или можно порезать? Да, вещь штучная. Вещь штучная, дефицитная, и по два языка у быка не бывает, или три? Да, один. Не, один есть, есть, у которого снизу тот не очень похож на язык. Ну что, удовлетворить. Так, да, просили, замечательно, пойдем менять. Так как его может по-русски? За русский у меня пятерок, понимаешь, что она даст сдачи, она же не даст сдачи, ты понимаешь? Отдай танец. Отдай танец. Ты что? Я ее сейчас обменяю еще, ты что? Я тебе сейчас обменяю, да. Как она стоит, она обменяет. И потом, в крайнем случае, если что, мне все равно, какая разница. Как говорят, что это магазин секонд-хенд. Я что-то мужского вообще ничего не найду. А вот это пиджаки. Ну, пиджаки я вижу, да. Да ни хрена ничего нету, считай. Ну вот. Это 7 рублей. Ну да. Это бутылковое. А это 13, пополам даже, пополам. Если 6. Еще к этому даже еще да, даже скидка, пополам. Да? Ну да. Это 50, а 70. 6, да. 180, на наши 180. А? На наши 180 получается. Когда... Вот у них привоз раз в неделю там. Ну да. Здесь ажиотаж самого. 10 рублей портки белорусских. 300 рублей наши. Даже попала. Честь, грубо говоря. 7 рублей. Ну 7 рублей. Вот у кого это. А здесь смотрю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.